Во-первых, Кингарага, я тебе благодарю. Добрый вечер, жители Кингаракса. Спасибо большое, что вы выделили свое свободное время и пришли нас послушать. Действительно, работая юристом, и потом и в Сейме, работая в юридической комиссии, очень много занималась проблемой банковского беспредела. Мы все помним, все пережили. Нет такого человека, наверное, в нашей стране или члена семьи, который бы не пережил ипотечный кризис. Благодаря тому, что у банков очень серьезное лобби и в правительстве, и в Сейме, очень многие люди пострадали, и правые, которые сегодня у власти, они закрывали на это глаза. Естественно, со своим интересом. В результате сотни тысяч людей покинули эту страну. И я думаю, что сегодня нет такого тоже человека, у которого бы не родственники, так знакомые жили сегодня в другой стране Европы, пытаясь заработать себе на кусок хлеба. А в это время алчные банкиры захватили здесь недвижимость Латвии. И опять второй раз пытаются ее нам продать, предлагая нам выгодные так называемые кредиты. Хотят нас опять взять под ипотечный гнёт. Мы сделали очень много, партия Согласия, мы сделали очень много для того, чтобы ослабить это давление и не позволить банкам разорять людей. Сегодня можно сказать ответственно, что мы пробили очень много поправок и протолкнули их через Сейм. И с людей сегодня не взыскивают с минимальной зарплаты, это наша заслуга. И очень много-много других поправок в законопроекты, в законы, которые мы подавали. Но работая уже в Сейме, я убедилась в том, что, к сожалению, деятельность коммерческих банков можно ограничить только через Европейский парламент. Потому что в Европейском парламенте только социал-демократы Европы создают сегодня и занимаются созданием Банковского союза Европы, где будут выдвинуты строгие требования к деятельности банков, строгий контроль. Он будет касаться и в том числе банков, которые действуют и работают в Латвии. Поэтому это очень важная задача, которая позволит банкам заниматься развитием именно экономики Латвии, а не продавать бесконечно по третьему кругу одно и то же жилье, которое было построено еще 50 лет или там 40 лет назад. У нас в партии, в нашем списке есть очень много разных специалистов. И дипломатических отношений, и экономистов, и юристов, они очень серьезно все подобраны. Они действительно достойны того, чтобы за них проголосовать. Я всех призываю прийти завтра с 7 утра до 8 часов вечера, кто уже проголосовал или кто не имеет права голоса. Скажите соседям, родственникам, знакомым, пусть не поленятся, обязательно придут на участок и проголосуют. От этого зависит действительно наше будущее, будущее нашей страны, наших детей. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, подходите с удовольствием.